Приближается великий праздник, День Победы, 9 мая. И как всегда в эти дни мы вспоминаем тех героев, которые защищали нашу Родину в эти страшные великие годы. Сегодня я хотела бы вам напомнить о тех девочках, молоденьких солдатах, которые наравне с мужчинами защищали своих родных и близких. Юлия Друнина, 17. Совсем уже были мы взрослые, ведь нам подрастать на войне довелось. А нынче сменили нас девочки рослые, со взбитыми космами ярких волос. Красивые черти! Мы были другими, военные, голодные пары малыши. Но парни, которые с нами дружили, считали, как видно, что мы хороши. Любимые нас целовали в траншеях, любимые нам перед боем клялись. Чумазые, тощие, мы хорошели. И верили это на целую жизнь. Эх, только бы выжить. Вернулись немногие. И можно ли ставить любимым в вину, что нравятся девочки длинноногие, которые только рождались в войну? И правда, как может не нравиться весны, цветение, первый полет каблучков и даже сожженная краской космы, когда их хозяйкам 17 годков. А годы, как листья осенние, кружатся. И кажется, часто ровесница мне в борьбе за любовь пригодится нам мужество не меньше, чем на войне. С Днем Победы!